Тариф на суда на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях вырос в 2 раза и теперь составляет 2000 рублей. По словам самих перевозчиков, это связано с осложнением обстановки на реке и возрастанием расходов. Когда лед окончательно сойдет, цена снова опустится до 1000. Суда ежедневно отходят из района Таркалах с 7 утра до 8 вечера по мере заполнения пассажирами. Движение от 202 микрорайона ориентировочно планируют организовать со следующей недели. Период начинается ломаться лед, она становится иглами, так, яминами такими, уже проход очень сложный становится, начинаются рваться парашюты, юбки, баллоны, и вот этот период, и это самое, и он всегда каждый год повышается цена до 2000, итого мы не меняем цену уже 8 лет. Также держим. Но машины ездят, они по другой дороге ездят. Они по пескам там где-то что-то выбирают. Они по нашей дороге не ездят. Они осенью по нашей дороге ездят, которую мы чистим, сами обслуживаем эту дорогу, потом начинают они по нашей дороге ездить и рвать нам баллоны.